Все будет хорошо, ты только успокойся. Я залила патч на твой оптик. Теперь у тебя есть доступ к нашей системе безопасности. Она настроена таким образом, что я просто не смогу пустить того, кто не состоит в DedSec. Тебе придется делать все вручную. Если для этого не нужно пускать себе кровь, чтобы снять древнюю печать, я справлюсь. Это
Значит, будешь смотреть, куда прешь. Свинья, падла. Твою мать. Да почему именно сейчас? Да что происходит? Черт. Нам всем нужно успокоиться. Угомони. Охренеть вообще. Эй, остынь. Да что ты можешь про меня знать? Твой отец кусок дерьма. Эй, дружочек. А ты его ошметок. Зачем тебе это? Чего ты хочешь этим добиться? Свободная. Если я чем-то тебя обидел, сорян. Ну давай, чё? Твою мать! Да цепь! Чего ты добиваешься? Все на землю, быстро! Ты от Сабины, да? Ну, тогда увидимся внизу, чуть позже. Ну, вперед! Эй, есть тут кто-нибудь? Надо бы включить электричество. Регистрация DedSec не обнаружена. Идентифицируй себя, иначе я взломаю твой оптик и буду вслух читать тебе все твои письма, отправленные по пьяни, пока ты не умрешь от голода. Я друг, меня прислала Сабина. Сабина жива? Ну, хоть какие-то хорошие новости. Я Бегли, абсолютно точно не украденный, продвинутый ИИ-помощник DedSec, и, похоже, пару месяцев я простаивал. Неважно, давай-ка ты подключишь меня к сети DedSec, чтобы я стал могущественнее, чем ты можешь себе представить. В смысле, наверстал упущенное. Я снова в сети и скачиваю нашу базу данных, архивы новостей. О нет. DedSec ответственен за серию взрывов в Лондоне, унесших жизни множество людей. Далтон Вольф мертв. Я оставил вас буквально на секунду, и вы все тут же просрали. Кому хватило наглости свалить вину за взрывы на DedSec? У меня провалы в памяти, начиная с момента, когда Далтон, точнее, будем честными, когда я обезвредил бомбу в парламенте. У меня нет информации о том, что случилось после того, как... В этом выпуске «Закачки» мы говорим о Скай Ларсен, загадочной основательнице Брокотек. Имя известно, но мы совсем ничего не знаем о ней. Меня
не отключили, но я могу предположить, что в теракте замешана группа хакеров, известная как «Нулевой день». Думаю, именно они устроили взрывы и подставили дедсек. Подойди к моему терминалу. Сабина на связи. Подключаю Сабину Брандт. И рекомендую слушать ее очень внимательно. Ну, здравствуй. Рада, что ты здесь. Бегли. Боже, как я рада слышать твой безумный голос. Память не пострадала? И еще как пострадала. Последняя запись нападения на наш штаб. И одна зацепка. Нулевой день. Звучит знакомо? Нет. Но в штаб-квартиру ворвались люди в черном. Такие же были в парламенте. Работали вместе. У нас не было шансов. Они всех перестреляли. Твою мать! А как ты сбежала? Через канализацию вылезла в Кандоне. Мне помогли выбраться из города. С тех пор я торчала на севере. Разумно. В городской системе наблюдения ты одна из самых приоритетных целей. При первом же распознавании лица тебя бы нашли и убили. Послушай, все в Лондоне считают, что теракт устроил дедсек. И каждый, кто связан с ним, рискует своей башкой. Риск. Мало кто знает о риске больше меня. Я потеряла всех и все, что у меня было. Но вот что мы имеем. Лондон летит в пропасть. И если дедсек не спасет город, поверь, никто не сможет. Без сопротивления не выжить. Ты первый шаг. Что скажешь? Что ж, порой надо поступать по совести. Отлично, новый пользователь! Добро пожаловать в дедсек! Конечно, выпускать тебя на волю голым и скулящим от бессилия безответственно. В убежище ты найдешь снарягу, которая входит в набор начинающего дедсековца. У нас есть крайне хитроумный способ борьбы с системой распознавания лиц. Называется маска. И, кстати, я бы хотел поговорить о твоем гардеробе. Его пора обновить. Ну, серьезно.
Конечно, новые красивые игрушки — это клево, но не стоит забывать об основах. Тебе придется научиться драться и получать по морде. Если попрешь на Альбион с оружием, тебя попросту пристрелят. А мы хотели бы избежать сопутствующих потерь. Дэдсек старается не использовать огнестрельное оружие без крайней необходимости. Уже познакомился с Кони Робинсон? Она владелица паба и давняя союзница Дэдсек. А еще чемпион по боксу среди любителей. Отправляйся на ринг, и она покажет тебе, как не дергаться, если тебе вот-вот двинут в морду. Сейчас спущусь. Надо размяться. Начнем с самых простых ударов. Давай, бей меня, не стесняйся. Тебе нужно пробить мой блок. Ищи слабое место. Да, молодец. Вот так. Живо вставай на ноги. Нужно создать дистанцию. Добро пожаловать в Дэдсек. Должна сказать, у меня уже руки чешутся. Не терпится выйти на охоту. Йоу. Здоров, то есть мы теперь в Дэдсек, так что ли? А тренировка будет? Тебе не дали методичку? Я бы почитал методичку. Времени нет. Будем учиться по ходу дела. Просто отлично. В убежище появились люди, и это круто. Если мы хотим спасти Лондон от окончательной гибели, нужно возродить сопротивление. Вербовать.
учить, снабжать снаряжением. Люди и сами хотят сражаться за свой город, я уверена. Нам нужно показать, что Дэдсек на их стороне. Конечно. И мы дадим отпор всем, кто хочет нажиться на боли народа. Альбион превратил наш город в зону оккупации. Проще говоря, мы на войне. А еще есть клан Келли с их мутными делами. И наемники на это хотели срать. Верно. Но и хакеры из нулевого дня никуда не делись. Они уже уничтожили Дэдсек, наверняка повторят попытку. Думаю, теракт их рук дело, и подставили нас тоже они. Но с вашей помощью я распутаю этот клубок тайн. Что ж, дел по горло. Погнали. Спасем Лондон. Служба оперативного реагирования, она же СИРС, она же Гестапо с чаепитиями, получила технологию наблюдения, которая называется ТР-реконструкция. Это последнее слово в области нарушения прав на частную жизнь, и мы можем воспользоваться ей, чтобы найти нулевой день. Если мы хотим, чтобы нас перестали считать толпой кровожадных головорезов, нужно предпринять какие-то меры. Сам реши, что и как будешь делать, но не забудь, что ты теперь Дэдсек. Ничего не берите у незнакомых людей. Преступники могут использовать вашу доброту против вас. Моя тачка! Внимание, где-то тут хакер. Дрон, начать поиск. Все хорошо. Все будет хорошо. Секрет успеха сопротивления в том, чтобы набрать специалистов в разных областях. Люди, которые умеют драться, тоже полезный ресурс. Кулачные бои позволят тебе найти тех, кто умеет двинуть в морду, а также получить по ней. Победив всех соперников на арене, ты сможешь сразиться с чемпионами. Докажи свое физическое превосходство, и, быть может, они согласятся вступить в Дэдсек. У приматов, кстати, похожие социальные игры. Здесь быть. Свали.